Привет, ребята! Мы буквы алфавит Лора! Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд! А иначе мы найдем тебя, Эф, и съедим! Время пошло, ребята! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! О, кажется, кто-то не успел! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! Я иду за вами! Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про нового монстра по Playtime Бокси Бу. Так что если вы еще не видели, прямо сейчас же посмотрите, ссылка в описании. Ну и да, ребятки, всем огромнейший приветик. Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно, Дарк. И у нас, у ребятки, будет новый обалденный эксперимент с такими обалденными новыми крутыми буквами алфавит Лора. Ну точнее, ребятки, не совсем они новые, но в этом эксперименте они еще не участвовали. Все это в игре под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! У нас сегодня, ребятки, будет эксперимент прыжки через мост. Да, ребят, прыжки через сломанный мост. Если что, ребятки, это не какая-то зеленая водичка, это кислота самая настоящая. Если, ребятки, буквы выпрыгивают и не перепрыгивают этот сломанный мост, и они, ребят, падают прямо вниз, то они, конечно же, ребят, умирают в кислоте. Ну и да, ребят, если что, эти буквы еще не прыгали в рамках этого эксперимента. У нас, ребят, прыгали все другие буквы с A по M, а вот с N по Z, плюс супер буквы сегодня, ребят, будут прыгать, новые вот такие вот. Опять же, еще которые не прыгали, супер N, супер O, супер P, супер F. Также, ребятки, Ван и Ган. Все эти, ребята, еще буквы не прыгали у нас в этом эксперименте. Вот сегодня давайте эти, ребятки, попрыгают. И мы, конечно же, узнаем, кто же из них сможет перепрыгнуть сломанный мост и выжить, а кто же нет. В общем, да, друзьяшки, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А мы, друзья, прямо сейчас же начинаем наш сегодняшний эксперимент. Ну и, ребятки, первая буква N. Кстати, Дарк, все к эксперименту готово? Да, все готово, можем прыгать. Так, ребята, первая N. Побежали. Побежали, побежали, прыжок. Я, кстати, прям как нужно оттолкнулся. Да ладно, с первого раза почти, ребят, блин. Там на самом деле миллиметр, да, миллиметр, ребят, не хватило, капец. Да ладно, не может быть такого с первого раза, с первой буквы, что? Да, немножко на самом деле. Не, мне кажется, как-то так себе выпрыгнул. А, ну я тоже был ближе. Я еще был ближе. Ребят, мне кажется, букве N нужно дать еще одну попытку. Я, кстати, ребят, понял, как нужно еще в предыдущей серии прыгать в этом эксперименте. О, ребят, давайте, да, вместе с Дарком прыгнем. Так, давай ты первый. Так, о, отлично, отлично. Ай, миллиметр. А я нет, я, кстати, довольно-таки в этот раз так себе прыгнул. Короче, ребятки, буква N не может допрыгнуть. Теперь давайте буква O. У нас, ребят, как? Если буква примерно хотя бы может допрыгнуть, мы даем еще хотя бы один шанс. Еще одну попытку. Если же нет, то тогда, в принципе, нет. Так, опа. Не, о, вообще не может. Ой, вообще, ребят, ужасно. Ну, Дарк, давай ты теперь. Сейчас поймешь, о чем я говорю. Прям вообще-вообще все плохо. Вообще-вообще-вообще. Сейчас, кстати, ребят, еще буква Q какая-то будет. Видишь, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ужасно, да, вообще прыгает. Еле-еле половинку только перепрыгнула. Сейчас, ребят, буква P, потом буква Q. Улитка. Медленно, ребят, будет ползти, прыгать. Так. Побежали. Так. О, кстати, смотри, буква P шустрая такая. А, прыгает-то плохо, блин. Чтобы, ребятки, кстати, в этой рубрике иметь успех, нужно не только там хорошо либо прыгать, либо бегать. Нужно, ребят, и хорошо и бегать, и хорошо и прыгать. А если, как буква P быстро бежит, но так себе прыгает, да, то, в принципе, ребята, ничего, конечно же, не получится. О, буква Q. О, ребята. Мне кажется, это, ребят, без шансов. Вряд ли она что-то перепрыгнет. Давай, Q. Капец, какая она медленная. Это, ребят, по-моему, хуже всех. Да, ребятки, результат реально хуже всех. Так, ну я думаю, ребят, Дарк тоже не перепрыгнет за Q. Понятное дело, так что... Это без вариантов. Сразу же давайте будет буква R. Так, разгон, прыжок. О, кстати, о, давай. Долетаю, давай. Ай, пролетел! Пролетел немного влево. Да, ребят, буква R сможет. Давай вместе, Дарк, с тобой прыгнем. Готов? Да, давай. Раз, да. Два, три. Ребят, нужно, короче, чуточку правее, мне кажется, прыгать. Вот. О, отлично. Давай.
О! А я врезался, нет! Фух, а у меня, ребят, получилось. Ну давай, Дарк, у тебя еще одна попытка все-таки. О, спасибо, спасибо. Давай, во. Давай, 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 последняя попытка за букву R. Немного, ребят, не хватило. Ладно, все, ребят, R перепрыгнула. Мы ее зафиксировали. Так, следующая буква S. Так, побежали. Это на самом деле, ребят, реально не так уж и просто. Эксперимент довольно-таки, ребят, сложный. Так что не думайте то, что каждая прям буква сможет перепрыгнуть. Не, ребят, букве S немножечко не хватает. Прям совсем немножко. Было довольно-таки близко, но, ребят, конечно же, этого недостаточно. Так. Вокс. О, кстати, подожди, ты прям обалденно, по-моему, выпрыгнул. Я толку-то все равно не долетел. Как думаешь, еще один шанс дадим? Ну, можно попробовать, можно. Давайте, ребят, еще раз за S прыгнем. Вместе уже теперь. Мне кажется, да, ребятки, у S есть шансы. Нужно просто, ребят, прям хорошенько разогнаться, вправо выпрыгнуть. И, в принципе, тогда, мне кажется, шансы реально, ребят, есть. Я, кстати, не, я, ребят, плохо выпрыгнул. Сразу говорю. А что, ребят, будет ударка? Сейчас, ребятки, глянем. Давай, 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 давай. Прыжок. О, кстати, отлично летишь. Не, ребят, буква S не долетает. Змейка, ребят, не долетела и искупалась в кислоте. Так, следующая буква T. Так, сейчас, ребят, глянем. Что тут по букве T? Так, на ножке она, ребят, смотрите, разгоняется. Прыжок. О, кстати, обалденно. О, она долетает. Да, смотри, даже с запасом, обалдеть. Ребят, просто огромный запас. Ну, наконец-то. Я ж, ребят, смотрите, аж на несломанную часть моста приземлился, капец. Ну чё, давай, Дарк, ты где там? Бегу на своей одной ноге. Давай, о. Вроде хорошо тоже выпрыгнул. Долетишь? А, надо было левее. Ну, ребятки, в принципе, ладно. Я допрыгнул и хватит. Главное, чтобы мы зафиксировались. Ты еще раз хочешь? Ну, давай. Давай. Можешь за мной прям прыгать, кто тебе мешает? Я за буковку, ребят, Ю теперь давайте. Ну, я, кстати, не помню, ребят, как Ю там прыгает. Ну, по-моему, так себе. Допрыгнул? Отрикошетил. Ну как? Я соскользнул. Ю, кстати, ребятки, тоже не допрыгивает. Теперь давай буковка В. О, давай. За мной давай прыгай. Хорошо, жду тебя. Давай, готов? Побежали. Так, ребят, теперь буква В. Слушай, ну В, кстати, немножко, ребят, да, немножко не хватает. Ю вообще никак. Ю вообще, да, ребят, никак. В, кстати, можешь попробовать. По-моему, В тоже шансов практически нет. Может, какой-то шанс и есть, но... Но все-таки, по-моему, она, ребят, не долетает. Так, я, кстати, уже за W, Дарк, прыгаю. Так, W тоже. W, ребят, тоже слабо прыгает, не долетает, недолет. Хотя, кстати, я давай за W еще раз прыгну. Мне кажется, все-таки можно из нее выжать что-то еще. Ну и сейчас, ребят, уже супер буквы всякие пойдут. Так что, сейчас, ребят, только самое-самое интересное будет. Не, ребят, не, буква W не может. На самом деле, ну, ребят, сразу же видно, когда буква может допрыгнуть, мы это сразу же видим. Тут, в принципе, все, ребят, понятно. О, кстати, X. У X, мне кажется, ребят, шансы реально есть. Очень-очень большие. Так. Опа, прыжок. Не, ребят. X только может создавать клонов, но, к сожалению, прыгать прям, чтобы очень хорошо, он не может. Ну, давай, Дарк. Сейчас поймешь, про что я говорю. Прыжок. И да, ребятки, X буква не долетает. О, ребятки, теперь буква У. Она большая очень. Может быть и хорошо прыгнет. Сейчас давайте, ребят, глянем. Так, прыжок. И, о, кстати, да, давай. О, кстати, Дарк. Есть шансы, есть. Мне кажется, ребят, нужно еще раз прыгнуть. Только наоборот, не вправо, а немножко влево. Так, ребят, разгон побольше. Так, прыжок. Давай, буковка У, давай. А, не, ребят, буквально немножко не хватает. Я смог бы, мне надо было чуть правее. Смог бы, да? Да. Не, ну шанс какой-то есть. На самом деле, да, ты прав. Но какой-то он прям очень-очень такой призрачный. Прям, ребят, все нужно очень идеально сделать. О, кажется, я сейчас смогу. Смог? Я смог, да. Смог, молодец. Да ладно, серьезно? Да.
Ладно, друзья. А ну-ка еще одна попытка. Давай, буковка У. Давай, давай. О! Идеально, по-моему. Давай, долет, 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 долет. Нет, блин, ну ладно, ребят, Дарк, в принципе, допрыгнул. И этого, я думаю, достаточно. Реально допрыгнул? Да, на той стороне. Да. А как она там, по-твоему, оказалась? Так, ребят, теперь буква Z. Давайте за нее попробуем перепрыгнуть. Так, разгон. Максимально, ребят, разгон. Ой, она ужасно вообще прыгает. Она вообще, ребят, по-моему, не прыгает, капец. Ну и что, ребят, теперь вот давайте вот за Ган, наверное, прыгнем и за Ван. Попробую Дарк за Z. По-моему, Z очень плохо прыгает. Ну, может, ты просто плохо выпрыгнул? Может быть. А, ладно, я тебя понял, да. Это фиаско. Ган, ребят, вообще тоже ужасно, я понял. Все. Ван теперь давайте. За машинку. За Ган можешь, конечно, попробовать. В принципе, сейчас поймешь, что плохо она прыгает. Точнее, он, да. Это даже Ган. Так, ребята. Ван теперь. Опа! О, кстати, кстати, давай, давай. Немножко, блин, ребят. Ну, что-то фургончики, они довольно-таки неплохо прыгают. Но не хватает, ребят, не хватает чего-то, чтобы долететь. Заган даже пробовать не будешь, да? Да зачем? Давайте, ребят, за фургоны. Так, во, кстати, идеально, по-моему. Ой, да, прости. Ты меня буцнул. Но мы все равно не долетели бы. Ребят, все равно мы не долетели. Ну и, кстати, теперь, ребят, у нас сейчас будут, конечно же, супербуквы. Кстати, Супер Н умеет летать, не помнишь? Помню, умеет, да? Не помню, кстати, да. А, она может отталкиваться, да? Может, может, может. О, ребят, о! Я же, ребят, смотрите, чуть ли не перелетел. Не, ну суперспособность это, конечно, имба. Это реально, ребят, имба. Попробуй ты теперь за Супер Н. Я даже особо разгоняться не буду. Да, ты, кстати, можешь так вот просто отталкиваться. Вот, все. А, я чуть не перелетел. Перелетел. Подожди, подожди. Аккуратнее, ребят, нужно. Так, Супер Н, ребят, смогла это сделать. Теперь давай Супер О. Вот у нее таких возможностей нету. А, да, у Супер О нету? Сейчас проверим. Может быть, тоже что-то она умеет? А, ну она сама по себе обалденно прыгает. Так-то, ого. Обалдеть! Ребят, вот это она, конечно, прыгает. Тут даже там, без суперспособностей она меня перепрыгнула, ты понимаешь? Серьезно? Она перепрыгнула все прям буквы, обалдеть, ребят. А почему Дарк плохо так прыгнул? Я не смог подпрыгнуть, а чисто на разгоне ты, это кстати, сделал. Еще правую кнопку мыши нажимай, и она будет то ли как-то задерживаться в воздухе, то ли что-то такое делать. Так, теперь, ребятки, Супер П. Так, давай, давай. Давай. О, она, ребят, летающая. Точно, я забыл. Точно, наш, ребят, летает. Капец, смотрите, мы уже, ребят, куда улетели. Так. Сейчас мы, ребятки, падаем вот так вот. И начинаем. Опа, 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 о. Конечно, ребятки, это странная суперспособность. Она, конечно, очень странно летает. Но, в принципе, ребята... Мы сможем за нее, думаю, долететь. В принципе, мы, ребят, уже долетели. Вот, все, смотрите, мы приземляемся на мост и, в принципе, его преодолели. Главное его, ребят, любым способом преодолеть. Перепрыгнуть, телепортироваться, перелететь или еще как-то преодолеть. Ну и теперь, ребятки, Супер F. Супер F, по идее, должна очень-очень высоко прыгать. Поэтому даже, ребятки, без суперспособностей, возможно... А, нет, не получается. А, подожди, на какую там кнопку? А... Я, ребят, забыл, какую там кнопку нужно летать за Супер F. На кнопочку G, но, по-моему, она спокойно и так допрыгнет. Нет, не допрыгнула. Серьезно? Серьезно. Сейчас давай еще одну попытку сделаю. Нет, не допрыгивает. Вау, подожди, у нее ж... Обалдеть, я просто улетел, Дарк. Я перелетел мост. Как же ты так умудрился? Я перелетел мост, используя суперспособность Супер N. Короче, да, ребятки, Супер F, в принципе, тоже у нас. Ну, все, смотри, сейчас приземлюсь. Преодолевает этот мост. Все. Ну и, ребятки, что в итоге у нас получается? Из обычных букв сегодня смогли преодолеть сломанный мост у нас буква Т, буква Р и буква У. Ну, а, ребятки, супер буквы все смогли преодолеть. Вроде, ребят, все. Подождите. Ну, из сегодняшних, да. Ну, я имею в виду, да, из сегодняшних. Да, ребят, все. И Супер О, и Супер F, и Супер P, и Супер N. Все сегодня были? Да, ребят, все, все. Есть еще, конечно, ребятки, Титан Z. Но он, я думаю, и так прекрасно понимает то, что преодолеет.
легко этот сломанный мост. Он, ребят, ну очень хорошо прыгает. Кстати, давайте пробежимся, ребят, за него. У нас сегодня была обычная буква Z. А это, ребятки, будет Титан Z. Так. Опа. Слушай, а у меня не получилось за него нормально выпрыгнуть. Ребят, слишком мост для него маленький, понимаете? Капец. Ты не выпрыгнул просто, да, не оттолкнулся. Неудобно, ребят, за него играть. А ну-ка, Дарк, давай ты теперь попробуй. Да, вообще капец неудобно. О, я врезался еще. Ты застрял? Серьезно? Да, мост для меня вообще капец тесен. Короче, да, ребят, чисто просто неудобно. Мы не помещаемся на этом мостике. Ну давай, давай, ладно, давай, пролезай. Сейчас смотри, я просто расширю мост. Ты думаешь, он в высоту не может? Высоту тоже уменьшается. Я лично врезался в верхушку. Я, кстати, каким-то образом нормально пробежал. Давай. О, отлично. Давай, 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 давай. Да, все, допрыгнул. Да, ребят, в итоге он легко, конечно же, перелетает. В общем, да, друзьяшки, вот такие новые обалденные буквы алфавит Лора сегодня смогли перепрыгнуть этот сломанный мост. Не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Вот такой у нас сегодня обалденный эксперимент получился. Ну а с вами, как обычно, были я, SlakeMust, и, конечно же, Дарк. До встречи, ребята, в новых роликах. Всем мы, друзьяшки, желаем удачи. До новых встреч. Пока-пока. Всего хорошего, друзьяшки.